радость, радость, поменялись местами. Привет! Это чё, мне? Нет, мне! Ты чё? Ладно, пойдем. Я долго к этому шел, на самом деле. Я так решил, что нам надо расстаться. Блин, офигенно! А в чем причина? Так тебя аж полгорода знает, ты чё. А, ну да, точно. Пошла ты. Алло. Заюш, я машину разбила в хлам. Да ладно. Блять, ну, тебе пи***ц. Да. Спасибо. Ну и что это? Что это такое? Путевку куда ты хотел? Ну спасибо вам. Да не за что. Заюш. Чего-чего? Ты будь с твоей лучшей подругой. Сверовище, мудак. Блять. Извините, не самый лучший выбор. Почему? Ну, я просто брал это как... Просто рад был пообщаться, на самом деле. Может, давай как-нибудь еще встретимся, номерочками обменяемся? Нет, ну я тоже была рад пообщаться. Давай, пока. В такие моменты я действительно не понимаю, что я делаю не так. И почему многие милые девочки встречаются со стрёмными парнями. И может быть, действительно дело во мне, стоит заняться саморазвитием? Ну, конечно. Вообще, знаете, может быть, реально всему свое время? Ой, чувак, давайте помогу. Аккуратней будь. Доброе утро, мой господин. Я вот тебе завтрак приготовила. Сходи куда-нибудь сегодня, а то мне прибираться надо. Опять? Привет, я ваш новый сотрудник. С этого дня я буду работать с вами. Меня зовут Полина, мне 19, и да, у меня нет парня. Мальчики, вы такие милые. Можно, пожалуйста, с вами познакомиться? Бля, ну не знаю. Почему бы и нет? Сереж, привет. Ну, привет. Сереж. Что ты делаешь? Да вот белье себе выбираю. Может, поможешь? Мне нужен взгляд со стороны. Да, конечно. Нет, Тём, что ты явно перебрал сегодня. Я не перебрал. О, Лизонька, привет. Ой, Тёмочка, ты опять что ли нажрался? А я не пил, дорогая. Не пил? Ну, ладно, тогда погуляйте еще. Ну, Тём, ну, пи***ц. Блин, чувак, давай музыку послушаем. Давай просто радио послушаем. Слушай, ты такой прикольный, запиши мой номер. А я так запомню. Блин, чувак, ты с говном ходить, закажи себе нормальный айфон. А вы кто? Да ладно. Да, вот ваш заказ. А он работает? Конечно, работает. Так, можем зайти проверить, работает он или нет. Ты что, издеваешься? Я уже второй час тебя жду, я замерзла вся. Я одевался. Это не так быстро, как тебе кажется. Издеваешься? Нет, не издеваюсь. Ты что, широкая? Вот такая женственная. Ну ладно, я в уборную, ладно? Ой, мне тоже надо выйти, ладно? Я с тобой, Сереженька. Блин, ты знаешь, мне вчера сон приснился, как ты мне изменяешь. И что? Ничего. Блин, вот мы уже неделю не общаемся, прикинь, а? Главное, первое, не извиняйся и все. А что еще делать? Ну, я не знаю, делай вид, что тебе хорошо. Радуйся, Сереж. Блин, какая лучше, это или это? Ну, они же одинаковые, ну, возьми первый или второй. Тебе пофигу, в чем я буду ходить, да? Так и получилось.
получается, парень. Че, Серый, у тебя-то как дела? Да, я вот вчера с девочкой познакомился. И мне кажется, это надолго. Продолжай, Сереженька, продолжай. Блин, а самый прикол был, знаешь, что? Мы, получается, с друзьями туда зашли. Слушай, что она тебе ответила? Говорит, занята была, парни, так давайте сходим куда-нибудь. В антикафе, например. Думаешь? Ну, конечно. Тёмочка, ну что, поехали? Серёг, слушай, я только проснулся, давай потом съездим. Давай, я дальше... Смезда ответил. Пошёл ты, приятель, прикалываешь. Это фиаско, братан. Фиаско. Ну, да, Серёж, смешно. Привет, ребят. А я не знаю. Сер, послушай. Не, я прогуляюсь лучше. Ну, все нормально. Да, это жестко. Серег, так давай я плачу. Да, и слушай, ну я как бы и сам могу. Все, все, хватит, я плачу и точка. Ты если бы русалка сел на шпагат. Алло, Дэн, здорово. Слушай, можно на секунду, пожалуйста, подъехать? Беда. Кто звонил? Парни, я не знаю, что девушке подарить. Так, стоп. Так у тебя же нет девушки. Ты что, бил, что ли? Слышь, ты что, ослеп? Я что, похож на слепого? У тебя что, проблемы какие-то? Не понял. Кажется, это у тебя проблема, приятель. Слушай, Айболит, нам надо, чтобы ты вытащил пулю из его живота. Ребята, ну я же стоматолог. Ну чё, стоматолог? Доктор, нам бы справочку забрать. Ребят, мы тоже не роботы, у нас перерыв. Ну чё, Максим, давай не скучай. Давайте, ребят, давай. Бля, ребят, короче, вчера в универе такой трэш произошёл. И вот, ребят, тормоза, секундочку. Все жесть. Жесть. Смотри. Бля, как красиво. Ну, конечно. Золотые купола душу мою. Та-дам. Вау, это БМВ. Нами любовь. Кто? Кто тут главный? Черти. Я главный, черт. Побазари. Тимур! Прикинь, вчера из новостей такое узнал. Что? Сборная России по футболу чемпионами мира стали. Что? Опять? Конечно. А с ним сердце на объеме. Сер, ну пожалуйста, пиши. Чувак, я сам сделаю. Можно? Слушай, мне все правильно сделано. Сер, спиши, пожалуйста. Нет, я хочу сделать сам. Пожалуйста, отстань. Здравствуйте, можешь, пожалуйста, мою сумку осмотреть? Серега, раз в год собираемся. В закон сходим, погуляем, развеемся, ну. На туре, Серега, вы серьезно? Ребят, вы что, угораете? Я лучше с девочкой погуляю. Ебать, Серега, ты красава. По-любому. Какие люди. Настенька. Ну, привет, Сереженька. Это же моя бывшая, представляешь? Месяц назад расстались. Правда? Ну что ж, будем знакомы. Да, как-то быстро переобулся. Ну, конечно. Привет. Как дела? Зайчик, как дела? Хороший. Так, пойдем. Сколько раз я просил не делать это у скулы, а? Ты мой хороший. Сынок, скажи, тебе девочки же нравится уже? В смысле? А защита, слово тебе знакомо. Ты что, серьезно? Тихо, тихо, я сказал. В открытый космос выходим в скафандре. Давай, дружок. Ну-ка, иди сюда. Ну? Вдохни. Кури. Да это ребята рядом курили. Мои грязи. Сереж, прогуляйся-ка в свою комнату. Пускай сидит. Он уже взрослый. Очень хорошо сидит. Да, мам, спасибо за свитер. Ну, беги. Ну что, заметили обновку? Что друзья сказали? Мам, да все насрать. Хоть кто-нибудь.